Друзья, музыка – это прекрасно, а музыкальный спектакль – это прекрасно вдвойне. А музыкальный спектакль в нашем театре – это вообще великолепно. Поэтому ждем вас, насладимся вместе. Дорогие друзья, 63-й раз наш театр распахивает свои двери перед вами. Ждем вас с любовью и с надеждой на то, что вы нас не забудете, и мы ваши друзья навсегда. Добро пожаловать в 63-й сезон. Дорогие наши любимые, постоянные и не очень постоянные, но мы хотим, чтобы вы стали нашими постоянными зрителями. С счастьем, с любовью, с удовольствием, с нетерпением ждем вас на нашу премьеру, и не только на премьеру, на все наши спектакли. Как всегда, приложили максимум усилий, чтобы вас удивить, чтобы вас порадовать, чтобы вы ушли от нас неравнодушными, чтобы в ваших сердцах осталась любовь, теплота. И, естественно, признательны вам за вашу любовь. Естественно, это любовь взаимна. Добро пожаловать к нам. Дорогие зрители, 63-й раз двери нашего театра будут открыты для вас. Для самых дорогих, для самых любимых, тем, кому нравится наше творчество, кому нравятся наши спектакли, артисты и все искусство в целом. Ждем вас на 63-й сезон. Знаете, есть такой старый анекдот. В связи с болезнью зрителя спектакль меняется. Так вот, мы и вы. Вас в нашем театре, нас нет для кого будет выступать. Поэтому, дорогие, любимые, уважаемые наши зрители, мы приглашаем вас в наш театр на новый спектакль, новый и старый. Ждем вас. Ждем вас с нетерпением каждый день в нашем театре, в нашем доме. Надеюсь, что вам здесь будет так же тепло, как и нам. Ура! Ура! Уважаемый зритель, дорогой друг, мы ждем вас всех в нашем новом 63-м театральном сезоне, на нашей премьере. Вас ждет много замечательного, необычного и нового. Мы вас любим. Приходите к нам. Ждем вас в самом музыкальном театре Крыма. Ура! Ура!